Можно ли избежать войны с таким врагом, как Азербайджан? По мнению Вардана Васканяна, есть только один способ избежать войны. Не бояться ее, сдаться, тем самым безоговорочно разрушив мечту наших предков, наших поколений, но быть готовым к войне в широком смысле. Война и мы. Этим постом я хотел бы начать серию, посредством которой я попытаюсь обратиться к самой важной, на мой взгляд, онтологической проблеме – войне. С нами, как государством нации, перед армянами Армении, стоит простые формулировки и недипломатические примечания. Неизбежность войны. Так можно ли избежать войны в регионе с таким врагом, как Азербайджан? Да, это возможно. Можно, но только в случае фактической сдачи. Поэтому есть только один способ избежать войны. Не бояться ее, сдаться, тем самым безоговорочно разрушив мечту наших предков, наших поколений, но быть готовым к войне в широком смысле. Может возникнуть вопрос. А почему армяно-азербайджанский вопрос нельзя решить в техническом смысле? Например, уступкой какой-то территории, согласием на требования Азербайджана и тому подобное. Это невозможно по очень простой причине. Проблема не имеет такого технического решения. Потому что конфликт онтологический, с очень четкой логикой. Либо мы, либо вы. Отметил эксперт Вардан Васканян. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк. Если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.